Создавая образ номинации «Лицо с обложки», я выбрал эстетику журнала «Гламур». Поэтому макияж должен быть понятен аудитории издания и вызывать желание читательниц примерить его на себя. Но независимо от того, для какого случая я делаю макияж, подготовка кожи – важен для меня этап. Привычная схема – это питание и увлажнение кожи лица и губ, и если позволяет время, то массаж лица. После этого приступаю к нанесению тонального средства, используя небольшое количество продукта, чтобы выровнять общий тон кожи, а до совершенства доведу ее, используя консилер на тех зонах, где это действительно необходимо. Макияж глаз – основной акцент в этом образе. Опираясь на эстетику журнала и учитывая факт, что на его обложке появляются только звезды, я выбрал вполне классическую схему, но добавил в нее настроение трендов осенне-зимнего сезона. Подобный макияж глубокого темного оттенка мы могли видеть на показах Марни, Александр Уэнг, Версачи. Также акцентами в моем макияже станут серо-зеленые блики у ресничного края в центральной части века и линия в складке века во внутренней части глаза, которая добавит небольшой графики и намек на 60-е. Добавлю немного румян холодного розового оттенка, а на губы приглушенный бежево-розовый.